Всем привет! Сегодня идет дождь, поэтому обычный поход с собакой не получится. Поэтому я запишу этот ролик вот так, в статичном режиме. Сегодня ничего не буду рассказывать, а наоборот, хочу дать вам несколько советов, на что стоит тратить деньги, когда надо экономить, когда не надо. Итак, не надо экономить, когда вы покупаете что-то, чем пользуетесь вообще постоянно. Вот сколько вы можете за эту вещь заплатить, вот столько заплатите по максимуму. Это может быть, во-первых, ну естественно, мобильный телефон. Вот берите самый лучший, как вы можете себе позволить. Покупайте себе хорошую зубную пасту, зубную щетку, нижнее белье. Туалетная вода. Вот на этом ничем нифига не экономьте. Получите огромное удовольствие на то, что вы решились потратить несколько больше, чем вы, может быть, тратили до этого, или чем вы собирались потратить. Экономить можно, ну, конечно, на еде. Если деньги не позволяют, то всегда все равно можно найти что-то неплохое за не самые большие деньги. Изысканная, сложная и дорогая еда – это не для еды, это для тех, у кого деньги есть в достаточном количестве и даже больше. Не покупайте очень много одежды. Покупайте одежды столько именно, сколько вам нужно. А то, знаете, там у всех по 10 пар штанов, обуви, курток, футболок, юбок, платьев, и кажется, ну как это, ну почему же я не могу себе позволить? А, потому что вы можете, но большинство этой одежды, вот подумайте, вы не носите. Ну, может быть, 1-2 раза в год оденете, а вы носите одежду, которая вам наиболее удобна и, или нужна для данной конкретной ситуации. Вот ее вы носите, вот ее покупайте хорошую, но кучу не нужно всего. Также как экономить? Кажется, что сэкономив там, ну, 20 рублей в день, 30, это какая ерунда, зачем это вообще экономить? А вы знаете, помните, что в году 365 дней 20 рублей сэкономленных в день, пускай даже 20, я уж не говорю там про 100, 20 рублей, это 7 тысяч за год. 100 рублей, соответственно, 35 тысяч. Ну и так далее. Всегда есть на чем сэкономить. А потом эти денежки прекрасно можно потратить. Ну, в конце года, например. Эти сэкономленные деньги – это ваша добыча. И вообще, помните, что тратить деньги – это большое искусство. Большинство деньги тратить не умеют. Деньги у них есть и как сквозь пальцы утекают. Ничего и не остается. Так, чтобы потратить их с умом, и в то же время красиво, и чтобы у вас еще что-то осталось, не только воспоминания, а еще что-то материальное от той суммы, которая у вас была, вот это надо уметь и учиться. Экономика должна быть экономной. К каждому человеку относится. Вот так. Удачи!